Сегодня мы проверили цены на фрукты. Апельсины «Валенсия» покупателям предлагают в «Либерти» за 108 рублей 80 копеек, в «Стами» за 118 рублей. На центральном рынке килограмм цитрусовых можно купить за 100 рублей, а в магазине «Спар» и в «Титан-парке» на рубль дешевле. В «Барисе» апельсины можно приобрести за 98 рублей, а в «Абсолюте» всего за 85. Виноград зеленый КНР в Абсолюте стоит 145 рублей за килограмм. В Николаевском чуть подороже – 160 рублей. В Либерти за килограмм зеленого лакомства покупатель отдаст 196 рублей 30 копеек. А в Стами еще больше – 230 рублей. Центральный рынок предлагает виноград за 150 рублей ровно. Груши зеленая КНР в Титан-парке стоит 99 рублей за килограмм, в Николаевском дешевле – 89 рублей ровно. В Либерти груши можно приобрести за 105 рублей, в Стами – за 108. В Абсолюте самая низкая стоимость – 85 рублей за кило. Килограмм мандаринов из Китая в среднем по городу стоит 90 рублей. Однако в Стами цена самая высокая – 190 рублей за кило. На центральном рынке средняя стоимость – 100 рублей. В Спаре на рубль дешевле. Барис предлагает мандарины за 90 рублей. Либерти за 93 рубля 80 копеек. Титан Парк за 95 рублей. В Абсолюте те же мандарины стоят всего 74 рубля. Гранат Нефертити. Дорогое удовольствие. Самая высокая цена снова в Стами – 301 рубль за килограмм, а самая низкая в Абсолюте – 177. На центральном рынке этот же фрукт стоит уже 220 рублей, а в Барисе еще дороже – 225. Титан Парк предлагает килограмм граната за 199 рублей ровно. Грейпфрукт в Барисе стоит 105 рублей за килограмм, на центральном рынке – 125 рублей. Так же, как и в Стами. Гранат можно приобрести за 121 рубль в Либерти и за 99 рублей в Николаевском. В Титан-парке цена выше, аж на 100 рублей. Самые дешевые грейпфрукты в Абсолюте – 95 рублей за килограмм.